сидел в тюрьме и делал зубы блатным товарищам. Вот. Они в благодарность ему там подарили вот эту стоматологию. Он сам стоматолог. Так вот, мой товарищ спит ночью. Это стоматолог, в общем, начал стучаться. А у них были какие терки, что он, этот стоматолог, выкупил две квартиры и сделал себе стомолайн. Вот там стоматология, вот эту. И у него прям снаружи, как вот Мир Трутмай, вот у него стомолайн, короче, вот это. Uh-huh. Вот, и он пытался у моего друга выкупить квартиру, третью, получается. То есть, чтобы владеть, не только вот снаружи, как бы, а и еще и изнутри, как бы, семя, всей площадкой. Я понял. Uh-huh. Да. Так вот, происходит ситуация, что вот мой товарищ спит, пьяный, но, блин, спит вообще. Он ни музыку не включал, ничего. Ему стук в дверь. В общем, мой товарищ открывает эту дверь, и стоит этот владелец, который сиделец, стоит у порога с ножом. Он говорит: я тебя зарежу. Тот такой: чё, говорит, то есть он только проснулся, еще и полупьяный такой, непонятно, чё происходит вообще. Вот, и он ему засаживает нож в голову. Это кто, кто кому нож засаживает? Вот этот вот владелец. Всё, я понял. Угу. Да, он ему, вот моему товарищу, он засаживает нож в голову. Я сразу скажу, что вот я с другом поговорил со своим, он сейчас не будет ни с кем разговаривать, но я от его имени поговорю. Давно это было? Так, это было примерно 3 недели назад. Угу, хорошо. Жив остался человек? Остался жив он, да. Он вызвал сразу полицию и скорую. Вот, полиция приехала там через какое-то время, это уже там дальше разговор. Но в чем суть-то? Его отпустили через 3 часа. Просто он ему засадил нож, и потом он при ментах, которые приехали к нему, он угрожал также, моему товарищу, говорит: я тебя, угандошу, просто тебя, тебе пиздец, завтра ты не желез, и так далее. Вот, они его забирают, приезжает скорая к нему не может попасть там какое-то время, потому что они ему звонят, и у него там вся, там фотки есть у меня, все, залита квартира кровью, вообще просто там вся прихожая, все. Вот, и, в общем, он говорит: можно к вам, скорая говорит, что товарищу, можно к вам зайти? Вы откройте нам. Он говорит: вы если не боитесь, то заходите. То есть скорая еще ждала приезда ментов. Менты там даже пистолеты свои там перезаряжали, заходили, потому что он даже встречал их с ножом. Вот, и, встречал собственно... кто с ножом? Кто встречал с ножом? Этот товарищ, который, не товарищ, а этот, кто напал. Так, кто напал? А он где находился? Он, получается, сосед по лестничной клетке. Он в своей квартире находился? Кровью где было залито? Была залита общая площадка, и кровь была на... в квартире, собственно, везде. В какой квартире? В квартире моего друга. Все, для меня важно, где находилась кровь, чтобы понимать, было у него проникновение в жилое помещение или нет. Где была нанесена травма, чтобы не получилось так, что кровь оказалась в квартире того, кто нанес травму. Нет, там не было, он нанес, ножиком в него пырнул.
В общем, когда вот это все произошло, он начал истекать кровью, там, ну, в голове там много там всяких вен, как бы, и голова особо сильно, если ее порезать, как бы, она очень сильно кровоточит. Понятно. Такой вопрос. Кровь это на площадке каким образом оказалась, если он находился в дверном проеме, когда открыл дверь и, так сказать, ему нанесли ножевое ранение? Он открывал дверь. Ну, он выходил на, выходил на площадку? Да, получается так. Угу. То есть была какая-то потасовка там? Там потасовки не было, там драки не было. В общем, это тот кроме слов, есть который... какие-то доказательства? Видеокамеры есть там на площадке? Есть фотография. Есть фотографии крови на полу. На площадке и в квартире, когда мой друг его толкнул уже, и он просто, ну, дверь запер, и он вызвал скорую и полицию. Понятно. Давайте я задам несколько вопросов, чтобы не понимать. Мне не нужны ответы на те вопросы, которые мне на данный момент не интересны. Значит, на площадке есть видеокамеры? Нет. Нету. Нету. А свидетели были тому событию? Нет. Нет свидетелей. Угу. Единственное, что свидетели, что при ментах, ну, они как бы, получается, он угрожал и конкретно... Хорошо, следующий вопрос. Я получаю пока только ответы на нужные мне вопросы. А он давал какие-то объяснения уже письменные? Брали с него какие-то объяснения того человека, который пурнули ножом? Да, его через 3 часа отпустили после того, как он, ну, сказали, что он дал объяснение, его через 3 часа после задержания отпустили. В смысле, человека, которого пырнули ножом, его еще 3 часа держали? Я так нет, понимаю? Нет, 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 нет. Человек, которого пырнули ножом, то бишь мой друг, он остался-то на месте. А я поэтому и спрашиваю. Я вот слушайте внимательно. Человека, которого пырнули, то есть ваш друг, давайте тогда разделим. Стоматолог и друг, чтобы нам не путаться. Давай. Друг давал какие-то объяснения? Друг заявление написал, ну, в полицию. Написал заявление. После того, как сотрудники полиции приехали на место, то есть он дожидался скорую именно у себя в квартире, правильно? У себя в квартире, да. Приехала скорая и сразу же зашла к нему в квартиру оказывать помощь? Нет, они дожидались сотрудников полиции, потому что они позвонили ему, и он сказал, что ну вы хотите рискнуть здоровьем, тут неадекватный человек с ножом бегает. И они дождались сотрудников полиции, только после... Где ну, они ждали сотрудников полиции? Где бегает неадекватный человек? Что за неадекватный человек? Стоматолог? Да, 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 это стоматолог. Каким образом стоматолог, который где-то там бегает, может помешать врачам зайти в квартиру вашего друга? Ну, он может пырнуть их. Он находился в квартире вашего друга? Нет, он... Каким образом врачам может кто-то помешать оказать врачебную помощь в квартире вашего друга? Я не понимаю логики сейчас. Потерялась логика. Так, я... Ну, смотрите, он... Вызвал скорую помощь, да? Так. Вот, она приехала к нему. К нему куда? Она, ну вот, ну домой, ну к подъезду. В квартиру заходили они, это на площадку заходили, или они сидели и общались в автомобиле? Они позвонили ему, откройте, пожалуйста. Ну, позвонили ему. Куда позвонили? Ну, я так понял, что на телефон, вот это как бы... Что-то чудеса какие-то, пиздец. А? Чудеса, говорю, какие-то. Вызвали это сотрудников скорой помощи, и они по телефону звонят, общаются, там человек умирает. Одновременно он же позвонил в милицию, да, и в этот самый, ну, в больницу. Ну, скоро. Одновременно. Ну, хорошо, то есть, задаю простой вопрос. Там... Задаю простой вопрос. Сотрудники скорой помощи где находились все это время, когда приехали до места? В своей машине. Ну, в скорой, получается. В скорой. И боялись подняться на площадку и зайти у в него квартиру первый этаж, у него первый этаж, он их предупредил, что там человек на меня с ножом накинулся.
он их предупредил. И могут, я, он говорит, я не знаю, что за, ну, что за дела вообще, и как бы, может, вам лучше полицию дождаться, чтобы, мало ли, он на вас накинется, потому что человек неадекватный. Хорошо, ладно, понятно. Вот эта травма, которую получил ваш друг, она как-то оценивалась? Средней тяжести, легкой там? Нет, нет, она не оценивалась, но там в заключении было написано, что, ну, с его слов, опять же, что ножевое, ну, ножевое ранение или ножевой порез, ну, то есть у него голова была. Короче, меня интересует простой вопрос, насколько серьезная была травма. Вот послушайте меня, вот если бы мне нанесли травму, да, условно говоря, мне бы похуй было до того момента, как там врачи будут до меня добираться, если я, сука, умираю, понимаете? Ну, так-то да. Я бы не давал врачам какие-то там советы. Вы, говорится, приехали, посидите, дождитесь ментов, блядь. Я тут немножечко кровью истекаю, а вдруг вас кто-нибудь там ножом где-то зарежет, там кирпич на голову упадет. Вы посидите, вы ко мне не приходите. Я вас как бы вызвал, но вы ко мне не приходите. Понимаете, в чем логика? Да, я понял. Так вот мне интересно, человек насколько серьезную травму получил? Там просто царапина и просто крови дохуя было? Либо он там реальную травму получил? Ну, у него был порез просто. Нет, он там ничего такого существенного не было. Вот, но кровью там было залито хорошо. Ну, что значит хорошо? Меня интересует на данный момент только травма, потому что изначально звучало, блядь, ножом пырнул в голову. Охуеть, там пиздец, дырка в башке должна быть. Нет, как... нет, дырки в башке не было, там он, ну, шкуру ему порезал, короче, сверху. Шрам есть? Ну, жить будет. Вот я вчера с ним... Я понял, шрам останется после пореза? Ну, наверняка, да. Он В каком месте? Видели этот шрам? Ну, это правая сторона, короче, вот, ну, если... Ну, правая сторона и в районе лба, короче, вот сверху. Короче. В районе лба сверху, угу. Так, ладно, и понятно. Правее даже, правая, ну, сторона, правая сторона, короче, сверху. Понятно, хорошо, ладно, приехали менты, и врачи с ментами пришли ему оказывать помощь, правильно? Да, да. А долго они оказывали помощь? То есть они оказали помощь и уехали, или бы они его забрали с собой? Этого я не знаю, как бы, насколько долго они у него были, там вот, но... Ну, понятно, забрали его с собой, либо оказали и уехали. Они его забрали с собой. Они даже пистолет расчехлили, потому что он к ним, ну, когда они к нему стучали, он открыл, вот этот вот стоматолог. Подождите, я задаю сейчас вопросы все про вашего друга. Так. Вам врачи приехали к стоматологу или к другу? Врачи к другу. Ну, так и давайте продолжим разговор про друга. Значит, врачи приехали друга. Я спрашиваю, сколько они там у них были? Вы говорите, что точно не знаете, сколько было. Задал вопрос. Да. Они его забрали в скорую или нет? Вы почему-то нет, на стоматолога переключаетесь? Все. Нет, не забирали. Не забирали. То есть, травма, блядь, пиздец несерьезная. Приехали, посмотрели, блядь, ваткой приложили, помазали, сказали, блядь, иди проспись, лежи и все, нахуй, и съебались. Правильно? Ну, по итогу. Ну, по итогу, типа того, да. Ну, все, типа того, хорошо. Следующий вопрос. Заявление он сразу же написал при ментах? Сразу же. Да. Насколько он был пьян, что он мог написать заявление? То есть, он мог написать заявление, что не сильно был он и пьян? Или сильно он был пьян? Ну, сильно он крепкий не употребляет напитки. Ну, я имею в виду, что коньяк. То есть, вот. Писать мог самостоятельно? И либо менты с его слов записали, а он только расписался? Вот этого я не знаю. Это важно. Мне интересно знать, что там за хуйня было написано, потому что, блядь, мне просто интересно. Менты писали, либо он писал. Это разные вещи, потому что, когда вы говорите, через 3 часа выпустили этого стоматолога, блядь, это о чем-то говорит. Ну да, согласен. Так, вопрос в чем, что... Вопрос в том, он самостоятельно, собственноручно писал заявление, либо с его слов там было записано, а он нахуй не читая подписал, блядь. Вопрос простой, какую хуйню он подписал? Да. Какую хуйню он подписал, я не знаю. Вот, и он, я так понимаю, не знает. Да, нет, скорее всего, знает.
Не, он знает, он все знает, он как бы, ну, я говорю, что крепкие напитки, он, ну, коньяк. Хорошо, ладно, ну, этот вопрос выяснится. Так, теперь переходим к стоматологу. Значит, стоматолога сразу же забрали, правильно, и увезли его в отдел. Его забрали, да, в полицию, и потом, когда мой друг выяснял там, что как, и сказали, что через 3 часа его выпустили. Ну, он у меня сидел, он говорит, мне можно домой возвращаться вообще? Ну, то есть, вы оградили меня от этого человека или как? Он в полицию звонил, вот при мне прям. Понятно, ну, и... хорошо, я понял. Так, теперь такой вопрос. Какой-нибудь менты постановление выносили об отказе возбуждения уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела? Ну, что-нибудь, какой-то документ на основании поданного заявления от вашего друга было? Письменный какой-то ответ? Нет, письменного ответа не было, но он дал понять, что он это дело просто так не оставит. Как бы, что он будет. Кто дал юристом, понять? Он когда с юристом... Кто называете всех своих... Друг мой. То, что там друг вас сказал, это, блядь, его, не интересует. Его, и, так, не интересует его менты. Потом. Менты его какой? Менты вызывали, вот друга моего, вот, на, ну, там, дачу объяснения или там, или еще чего-то, короче. Он к ним приходил потом. Но. После этого. И сказал, что... И ему мент сказал, что вы не пугайтесь, вам придет отказ, там, типа, туда-сюда. Вот, то такое, ну, я буду к юристам обращаться, все такое. Ну, по его словам, по словам моего друга, он говорит, что мент вот этот вот аж, блин, в глазах, типа, изменился, что... Да похуй, кто там как извинился и кто что сказал, блядь. К делу это не пришьешь, это все хуйня. И, блядь, я не хочу даже это слушать. Значит, какая ментовка это? Первомайская? Первомайская, да. Все понятно. Ну, хули, вы смотрите ролики, все, по-моему, понятно. Что надо туда идти с человеком, который понимает, как с ними разговаривать и все остальное. Значит, на, ну, данный, конечно, конечно, на данный момент, значит, у вас номер КУСПа известен вашего заявления? Нет. Вот нет. Надо узнать вот это все и, блядь, прийти и получить информацию, какое было принято решение. В течение 3 суток они обязаны принять решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе возбуждения уголовного дела. 3 суток. Не 3 недели, которые прошло, а 3 суток. Если они отказали, значит, у вас на руках должно быть постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Но ему ничего не давали. Да я говорю, как должно быть. Соответственно, понятно, что никто ничего не будет давать, потому что, ну, блядь, надо защищать свои права. Ну да, я согласен. Я вам, Владимир, и позвонил, поэтому что. Вот, ну, поэтому я смотрю, что он чего-то ждет, как бы, и ждет. Я говорю, ну нифига себе, у тебя человек, блин, порезал, как бы, и что, и все. Объяснение, до свидания, блин, ну как это так? Ну, я говорю, можно начать с самого простого, как говорится. Он и я идем в отдел полиции под видеозапись, получаем номер КУСПа, чтобы они посмотрели и сообщили, какой результат было принято. И дальше, я выражаюсь, скажем так, ебем их по самые гланды, пока они не будут работать. Потому что просто так человека, блядь, ножом, ну, получается, что это нормально. Но у них, Владимир, понимаете, у них были отношения. То есть ему предлагали продать эту квартиру. Да какая разница, какие были отношения? Нет. Послушайте меня, вот у меня какие-то отношения с соседом, блядь. Я открываю дверь, и меня хуячат ножом, блядь. Мне похуй на отношения, просто похуй. Он согласен, да. Даже если мне, блядь, супруга ножом начнет хуячить, да мне похуй на отношения, блядь. Это уголовная статья, нахуй. Уголовное, да. Так поэтому самое. Должно быть отработано, и должно быть возбуждено уголовное дело. Поэтому нужно разбираться, кто там, какие заявления, как он написал, читать это все, ознакомиться с материалами проверки, смотреть, какие давал объяснения тот чел, понимаете? Я могу предположить, что были объяснения даны следующим образом. Вот этот стоматолог постучался, тот начал на него, там, скажем так, драться, и тот вытащил нож и, так сказать, чиркнул таким образом, угрожая, чтобы уйти там от драки. Я могу так предположить, понимаете? Ну, все что угодно мог написать. Да, ему же надо как-то оправдать применение ножа.
Хотя нож применять нельзя, даже в случае самообороны. Во-первых, он пришел к нему на квартиру, а не тот к нему пришел, скажем так, выяснять отношения. Это разные вещи. Он мог уйти от любого конфликта, просто, ну, отойдя от квартиры, уйдя к себе. Зачем идти к соседу и там что-то разбираться, разборки? Даже если звучала громкая музыка. Если бы, предположим, была громкая музыка, то для этого есть полиция, да. А ты когда выходишь, блядь, и, блядь, какого хуя у тебя при тебе нож есть, блядь? Человек, который носит при себе нож, это холодное оружие, блядь. Это даже не оружие самообороны. То есть человек, который применяет этот нож, это уже становится холодным оружием. Владимир, а наши действия какие должны быть сейчас? Сейчас действия, надо ознакомиться с материалами проверки, которые были. То есть, ну, вообще нужно понимать вообще, что произошло, что кто, что, какие давал объяснения. То есть, нужно прийти на место, написать заявление о том, чтобы прошу ознакомить с материалами проверки КУСП такой-то. Ну, надо КУСП сначала выяснить. Вообще, нужно сначала засветиться, чтобы он и я пришли в эту ментовку. Блять, они как меня там увидят, они, сука, сразу обосрутся, сразу нахуй все у них появится, все они сделают. Да, я уже просто по роликам уже просто сужу. Вот я смотрю, там по Карелии, там Николай... Поминов, да, угу. Да, Поминов тоже право защищает людей, как бы, но там он, ну, по всем делам, как бы, вот, и я думаю, блин, неужели у нас такого человека нету, как бы, вот это, блин, и вы тут появляетесь совершенно случайно, ваш ролик увидел, и я прям, ну, восхищен, блин, реально, короче, что у нас где-то хоть кто-то, блин, хоть что-то делает, блядь, в нашей стране, нахуй. Ну, говорю, вот давайте подытожим. Что нужно сделать? Для начала нужно узнать номер КУСПа, то есть нужно ознакомиться с материалами доследственной проверки, то есть кто какие заявления писал, кто какие объяснения давал, что вообще менты вынесли по этому поводу. То есть нужно ознакомиться с материалами дела. И уже исходя из этого, вплоть до того, что обжаловать в прокуратуру, либо вышестоящему начальнику, либо там... В суд, ну, пусть... что-то куда-то, что-то... Да. Короче, толкнуть говно с мертвой точки, чтобы начался процесс, начали рассматривать, начали работать, отрабатывать свои бабки, которые не получают. Согласен. И еще такой момент, который я с вами хотел обсудить, короче, вот по поводу денег. Ну, это ж не просто так, это я все понимаю. У друга денег нету. Угу. Но я готов, как бы, если вы немного берете, как бы, ну, заплатить там какую-то часть или аванс, как бы, или, ну, там, что-то. Я понял. Смотрите, я предлагаю следующим образом. Да. Какие-то действия я делаю вообще бесплатно. Почему? Потому что я делаю на этом основании контент, ролики. Вот, допустим, вот это дело холодильник, как вы видите, да? Там оно, скажем так, превратилось в сериал, и этот сериал будет бесконечный, потому что еще потом суды будут туды-сюды, и, короче, это будет вечно. Соответственно, на данный момент я деньги с человека никакие не беру, но потом я, естественно, их возьму, когда дело дойдет уже до судов, когда мы будем доказывать вот этих мошенников, как бы мои судебные расходы будут возмещены за их счет, этих мошенников. То есть вы за суд деньги берете, да? Ну, правильно? Ну, я беру деньги за, ну, в тех ситуациях, когда... За присутствие в суде, за свое присутствие в суде. Ну, и присутствие в суде и так далее. Смотрите, давайте сделаем следующим образом. Если он не будет против, если я вот эту его историю буду выкладывать в социальные сети, то, соответственно, это будет бесплатно. Ну, скажем так, в каком плане бесплатно? В плане начальном, да? Или... Да. Что если он потом и понесет какие-то расходы, то эти расходы будут компенсированы проигравшей стороной. Ну, в данном случае, когда дело будет возбуждено уголовное, будет признан человек виновным, и потом будет подан гражданский иск, и суд взыщет с этого стоматолога в пользу вашего друга какую-то сумму, вот в этой сумме будут и судебные расходы, там, ну, условно, там на какую-то сумму кругленькую, для того, чтобы, как говорится, и мою работу оплатить, и того человека наказать, чтобы неповадно было. Ну, то есть, принцип такой. То есть, без аванса. Да. То есть... Все, давайте. Слушайте, я вам позвонил не просто так, а я спросил у друга, ну,
можно ли мне позвонить юристу и с ним проконсультироваться по поводу твоей ситуации. Он говорит, я сейчас, ну, мы вчера тоже там посидели, там, отмечали там Новый год, там, все такое. Вот, и, как бы, он сказал, я сейчас ни с кем разговаривать не буду, потому что мне плохо, ну, физически, как бы. Uh-huh. Вот, но, говорит, я не против, чтобы ты позвонил. Ну, я, как бы, получше, чем он. Понятно, сколько ему лет? Ему, ну, около 40, там, 39 ему. Ну, понятно, то есть уже не молодой, скажем так. Не, да, не пацан. Так что, такая ситуация. И для вашего контента, я думаю, вот эта ситуация, это будет прям, блин, она бомбическая вообще, просто, блин, опасно. Если вот это будет еще в Ютубе, короче, это пиздец. Стоматолог ебанул, блядь, соседа ножом там за то, что... А у них были отношения такие, что предлагали ему продать квартиру, а он не хотел. Как бы, ну, что, живет человек, живет. Угу. Он говорит, ну, если я перееду, типа, ну, давайте мне не однокомнатную квартиру, не однокомнатную, вот, а ну, давайте мне там... двушку хотя бы, чтобы я в том же районе купил, но а вам выгодно это в том, что вы как бы на одной площадке все останетесь. Понятно. Вот такая херня. А вот такой вопрос. Вот теоретически предположить, вообще зачем этот стоматолог, ну, к нему в дверь начал стучаться, зачем вообще он пришел к нему? Если там человек, как вы говорите, спал, никакой громкости не было. Вообще смысл ему было подходить, и там вот эти вот с ножом и тому подобное. Мотивы какие вот. Были? Да он говорит, я сам охуел. Я, говорит, сплю, никого не трогаю. Вот реально человек спал там, блин. Во сколько это по времени, я не могу сказать. Вот, но эти все моменты там можно уточнить, конечно. А ваш друг один в квартире находился? Один, он один живет. Я его с детства знаю, как бы, ну, он один живет. Ну, логически, давайте порассуждаем. Ну, не соли же он пришел попросить, правильно? Он говорит, я открываю дверь. Стоит вот этот вот, ну, стоматолог. Он так говорит, я тебя, говорит, сначала пыряет ножом, а потом говорит, что я тебя сейчас угандошу. Просто, ну, такое. Говорит, я, блядь, за что, чего, нахуй? Такой, ну, давай, блядь, гандош, нахуй. А что происходит-то вообще? Он не понял сначала. Что-то как-то, вот, как-то странная эта история. Да, вот странная херня, да. Странная херня, и как бы, ну, факт есть факт. Просто я понимаю, когда, если бы, допустим, ваш друг переспал с его женой, да, как говорится... Да нет, конечно. Тут можно не было молча такого. Подойти и сразу же ножом, понятно. А когда вот просто нету видимых причин взять, постучаться, открыть дверь и сразу хуячить ножом, тоже странно как-то. У них были переговоры по поводу продажи квартиры. Сначала с ним были переговоры, с этим стоматологом. Вот. У стоматолога есть жена. И как бы, ну, когда мой друг озвучил сумму, за которую готов продать квартиру. Стоматолог его говорит, ну ты что, охуел, типа, блядь, ну, нихуя ты, блядь, просишь, блядь. У тебя однушка, нахуй, ты меня просишь, типа, двухкомнатную квартиру продать. Его потом с ним переговоры вела жена его. Ну, как переговоры. Вот это уже интересно. Да. То есть, такое ощущение, что я как бы, ну, в нужное место смотрю. Короче, тут завязана уже женщина, я так понимаю, правильно? Ну, женщина как она завязана? Потому что мужики-то, они все такие термоядерные, блин, в том или ином плане, как бы, да? Вот, и, видимо, я не знаю, женщина с ними, ну, и вела переговоры по поводу продажи. Они не договорились. А вот да, она вела переговоры каким образом? То есть в отсутствии стоматолога своего мужа она вела переговоры? Этого я не знаю.
Вот этот момент очень интересен. Просто, возможно, он приревновал как-то, там или еще что-то, жена как-то его настропалировала, что он нож. Ну, вы понимаете, что просто так не подходит человек в чужую квартиру к другому человеку с ножом и не производит вот эти действия. Что-то должно быть. Да, конечно, это понятно. Если человек что-то вообще делает, это значит, должен какой-то возбуждающий фактор быть, ну, в любом случае. Да, да, да. Поэтому я говорю, обычно как бы тут либо женщина, либо там кто-то кого-то оскорбил, кто-то там что-то, какие-то разборки. Ну, внешне этого нету. Понятно, что желание квартиру купить и там не договорились о цене, все равно это не повод делать вот эти действия. То есть это должно быть все-таки эмоционально резкий всплеск какой-то, который, я не знаю, вот, ну, жена могла сказать, слушай, он, блядь, меня за жопу ущипнул. Вот это, блядь, является поводом, да, там для у человека планку перекрыло, и он, блядь, схватил нож и пошел, ну, да, блядь. Но... И к тому же этот стоматолог, ну, пьяный был, короче. Это еще один, блин, ну, как бы, алкоголь подхлёстывает. А вот это как-то зафиксировано, что он в этот день, когда ножом пырнул, был пьяный? Нет, наверное, нет. Наверное, это мои предположения. Ну, вот поэтому надо изучать материалы дела, и надо смотреть вообще, что, чего и как. Вот, для этого надо... Мне и ему прийти в отдел полиции номер 3, получается, это Первомайский, и, соответственно, там под видеозапись ознакомиться с номером КУСПа, подать заявление, все, контакты оставить, что звоните, ребята, не хотите вот этот геморрой про холодильник? Будет у вас, блядь, новое дело, стоматолог, назовем его так, блядь. Не хотите? Ну, да. Не да, хотите? Блядь, даже если и будет он, короче, вот этот стоматолог, я только рад буду, вот, на самом деле. Угу. Потому что ко мне потом человек приходит домой, ну, вот, и от меня звонит в полицию дежурному, ну, кто там, дежурному по части, там, блядь, кто он такой. Он говорит, я могу вернуться домой? Там, ты, что с этим человеком? И дежурный ему отвечает прям при мне, что я пришел, никого не было. Я только заступил, короче, у меня все отпущены, короче. Он уточняет, что ну, такой-то человек был задержан. Он, да, был задержан, там все. А, ну все, отпущен, говорит. Через 3 часа его отпустили. Ну понятно, ладно, давайте уже не будем по 10 раз одно и то же повторять. Значит, со своим другом проговорить вот эту ситуацию по поводу того, что я предлагаю. Вот, и нужно выбрать конкретную дату, конкретный день, чтобы просто прийти в отдел полиции и сделать то, что я сказал. То есть узнать номер КУСПа и подать заявление об ознакомлении с материалами проверки. То есть нужно узнать, возбуждено ли уголовное дело. Если уголовное дело не возбуждено, то ознакомиться с материалами проверки. Соответственно, получить постановление, копию постановления об отказе возбуждения уголовного дела. Ну и, соответственно, потом уже их дрочить по поводу отмены вот этого постановления, возбуждения уголовного дела и так далее, и так далее. Но для начала нужно знать КУСП и материалы дела. Да, и вот я хотел узнать еще, знаете, что вот у вас, что если они возбуждают уголовное дело, его можно потом как-то вот при мировом соглашении как бы отменить? Можно, в зависимости по какой статье. В зависимости, какая статья. Ну, в данном случае, я думаю, что можно, потому что там, если уголовка будет, то это будет, скажем так, ну, легкая статья. То есть, там, легкий вред здоровью, по-моему, 115-я статья. Вот, ну, либо там еще 119-я, это угроза жизни и здоровью. То есть, отменить можно, да? Да. Ну, за примирением. Мировое соглашение можно сделать. Да, за примирением, ну, есть если такое. Если бабок он получит нормально, ну, вопрос-то в бабках весь. Ну, понятно, вот, чтобы загладить свою вину, то есть это называется примирением. Ну, примирение, да. Но прежде чем это произошло, все равно должно быть возбуждено уголовное дело, потому что, поймите, чтобы не попасть в не очень хорошую ситуацию под названием вымогательство, понимаете? А что, так можно, что ли? Ну, конечно, можно. То есть, подождите, это получается, человека пырнули ножом, и его еще и вымогатели могут обвинить?
Ну, если а человек будет требовать бабки под угрозой того, что он там будет что-то как-то не так делать для человека, что будет, ну, угрожать, условно говоря, тем, что на него возбудят уголовное дело. Лишением свободы. Ну, типа того, да. То лучше с этим не рисковать. То есть лучше проводить это официально. То есть вот сначала возбудить уголовное дело, а потом говорить, что если хочешь со мной примириться, вот компенсируй вред в размере столько-то рублей. Тогда будет понятно. А когда вы требуете, ну, он, допустим, будет требовать какую-то деньги, а уголовное дело не возбуждено, ну, то есть, вот так делать не надо. Потому что не факт, что там уголовное дело возбудят, не факт, что кто там виноват. Ну, то есть, как бы, есть вымогательство денег под угрозой там каких-то последствий негативных, которые могут наступить для человека, который не хочет давать деньги. Ну, ясно, я понял. То есть, так лучше не делать. Давайте я сейчас спрошу у друга, могу ли, или как нам лучше поступить. Он к юристу не обращался, как бы, да. Вот, я ему, и он боится, как бы, не то чтобы боится, у него денег нет. Ну, все понятно, мы этот вопрос закрыли. Значит, да. Первый вопрос, который если вам нужно решить сейчас. И вам второй вопрос, если он не сможет за себя денег заплатить, ну, я заплачу за него. Так, как вас зовут? Еще раз я пропустил. Да, Борис меня зовут. Да, Борис. Борис, давайте сделаем следующим образом. Значит, два момента. Первый момент, вы с ним согласовываете возможность публикации всего этого дела. И второй момент, конкретную дату оговариваем, дату и время, когда мы с ним появимся в отделе полиции номер 3. Все остальное его не должно волновать. Все. Добро. Я тогда сейчас ему перезваниваю, спрашиваю разрешение на публикацию и на ваше участие. Да, и пускай там мне в WhatsApp что-нибудь напишет, чтобы я просто имел с ним контакт какой-то. И по поводу контакта, ну я как бы тоже телефон его давать я не могу без его разрешения. Ну да, да, согласуйтесь ну, с ним, хотелось. Чтобы он мне писал, чтобы я там ему напрямую какие-то прямые вопросы задал, ну чтобы какая-то у нас с ним контакт в любом случае был. Да, 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 хорошо. Я тогда давайте вот сейчас ему перезвоню, вот буквально после вашего разговора, ну, нашего разговора, uh-huh. И сразу вам перезвоню. Хорошо, скажу, хорошо. Да, да, нет, нет. Хорошо. Все, спасибо большое. Ага, до свидания. Сейчас с другом разговаривал по поводу Ютуба. Uh-huh. Он не против и даже только за. Ну, то есть он даже поддерживает вот это все. Вот, я вам сейчас напишу его номер телефона. Uh-huh. Он сейчас отошел уже после нашей вчерашней посиделки, скажем так. Вот, и вы с ним поговорите вот эти вот моменты, вот, ну, которые со мной, потому что, ну, понимаете, что... Я понял. Uh-huh. Ну, да. Да, и по поводу финансовых всяких штук, это, ну, ко мне. Хорошо, хорошо. Вот. А там уже, если отобьем, как бы, ну, хорошо будет. Ну, я думаю, что... Не отобьем, ну, что, ну, я, во всяком случае, друзья на это нужны, как бы, чтобы что-то как-то делать. Ну, во всяком случае, вы в минусе не останетесь. Все, понятно. Все, давайте первый вопрос решили. Второй вопрос мы решаем по поводу, когда мы идем в отдел полиции, чтобы получить нужную нам информацию. Уже. Да, для этого контакты мне его скидывайте, я с ним свяжусь, и мы с ним это конкретно обсудим, когда нам будет обоим удобно это сделать. Да, только сейчас это можно, да? Да, можно сейчас. Угу. Да, все, хорошо, тогда я вам сейчас в WhatsApp или как? Да как угодно. Все, WhatsApp есть, я понял. Угу. Все, сейчас скину вас. Хорошо. Угу. Алексей, добрый день, Владимир. Смотрите, ну мне Борис вкратце рассказал вашу историю, в принципе, все понятно. На данный момент вопросов нету, почему? Потому что нужно смотреть именно материалы проверки, что там произошло. Единственный такой вопрос. Вы заявление сами писали или с ваших слов написали, а вы только расписались? С моих слов здесь, да, следователь сидел, записывал, и я расписался. Понятно. Вы читали то, что он там написал? Ну, сложно было прочитать, потому что почерк как у врача. Ну, вот это плохо. Ну, ладно, это мы разберемся, что там было написано. То есть, он с ваших слов что-то написал, а? Тут еще была, ну, ситуация такая, как бы следователи сидели с этим, ну, со стоматологом, да, вот с этим у него. Потом приходит следователь, говорит, что показания отличаются, типа, пройдите с нами для очной ставки, там, что-то такого.
Вот, я пришел, этот мужик рассказывает свою историю, я рассказываю свою историю. Сидела женщина в форме, ну и тоже что-то записывала. И вот в это время он мне угрожал, что меня завтра не найдут, вот это вот все. И вот мне вот интересно, вот эта запись какая-то там, ну, вот записывала вам там, вот эти угрозы или нет? Вот еще тоже. Ну, а вы записывали что-нибудь? Нет. У вас телефон есть, смартфон? Телефон есть, да. Диктофон ну, есть там? Я только себя сфотографировал, кровь как бы, ну, радость. Я понимаю, в вашем телефоне есть диктофон? Да, есть. Ну а почему не воспользоваться простой вещью, так называемой фиксацией всего происходящего, на аудио, на видео, неважно как? Ну я я в тот момент как-то об этом не думал даже. Понятно. Смотрите. Не каждый раз. То есть, давайте сделаем так, будем говорить по очереди, чтобы у нас одновременно разговора не было. Я так не могу разговаривать. Да. Значит, у меня такой вопрос. То есть, правильно я понимаю, что там звучали слова «очная ставка» и тому подобное? Да. Просто я к чему этот вопрос задаю? Просто уже исходя из этого, я делаю вывод, что у вас там... Ну, я позволю с вами нормально разговаривать на русском языке, на матерном и тому подобное. Вас там просто наебали, понимаете? Понятие «очная ставка» – это только после того, как возбуждается уголовное дело. И любой сотрудник полиции это прекрасно знает. С учетом того, что вы там по 10 раз что-то переписывали, ничего не прочитывали, я примерно предполагаю, что там было написано. Но в любом случае нам нужно ознакомиться с материалами дела и, соответственно, подать соответствующие заявления на тех сотрудников полиции, которые, по сути, получается, возможно, подменили там ваши показания. Вы их отдельно сделаете, все остальное – это уже как бы дело тонкости. Нам надо с вами решить, какого числа и во сколько мы с вами в отдел полиции номер 3 придем и потребуем КУСП и подадим заявление об ознакомлении с материалами дела. Естественно, это будем делать все под видеозапись, чтобы они очень сильно напрягались, чтобы они отработали как положено по закону. Потому что почему они сделали так, как сделали? Потому что вы не вели никакую фиксацию и сейчас обвинить их в том, что были какие-то угрозы при них, что вы там что-то давали какие-то показания одни, а они написали другие, очень трудно, понимаете, да? Да. Ну, как бы нет ничего безысходного, поэтому надо просто это дело раскрутить. Просто заново нужно подать заявление за вашей подписью, вами написанное, с вашим представителем в моем лице, и тогда они заново это все дело переиграют. Но для начала нужно понять, что конкретно там в деле есть. Какие давал объяснения вот этот стоматолог, мы будем его так называть. Вот. И что давали именно вы объяснения. По крайней мере, что вы подписали. Потому что, я так понимаю, придется именно опровергать то, что написано было не с ваших слов, а только на усмотрение того человека, который говорит, что там какая-то очная ставка, какие-то показания не бьются. Ну, то есть объяснения ваши. Что вы предлагаете? В какой день, время, когда? Ну, сегодня-то, наверное, уже поздно. Я вот, допустим, завтра выходной. Угу. Ну, давайте завтра. Во сколько? Ну, как вам удобно. Я в любое время. Так, завтра у нас получается... Сейчас посмотрю, какой день недели. Ну, там полиция в любом случае работает. Так, завтра у нас четверг. Ну, давайте завтра часиков 15. Нормально будет? Да, без проблем. Все, тогда в часиках 15, за часик связываемся с вами и, ну, уточняем, что, как, чего и как, и там, соответственно, встречаемся. Ну, все, тогда до завтра. Да, до завтра, до свидания. Все, хорошо, до свидания. До свидания. У них вход в стоматологию, получается, через общий подъезд? Нет, вход с улицы. То есть, отдельный вход у них, правильно? Да, все верно. Так, а зеленая дверь, что это за зеленая дверь? Вот, это получается две квартиры. Вот где зеленая дверь, у них там, я так понимаю, подсобное помещение, типа столовая, они там протезы делают, еще что-то. А вторая дверь, это непосредственно где кабинеты, приемные для посетителей, там, ну, все вот это. И они в этом тамбуре туда-сюда ходят постоянно. Так, все равно я не могу врубиться. Так, вот ламинат серого цвета. А, где обувь стоит? Это что? Это квартира? Это моя квартира, да. Так, а уже такой желтоватый ламинат. Это что за помещение? Это, ну, вот этот предбанник или как его там назвать.
Тамбур, да, получается? Да, тамбур, да. Где зеленая дверь, это тамбур. Ага. Я могу вам сейчас по WhatsApp на видео позвонить, как бы выйти и показать вам, в принципе. Так, сейчас, подождите, я попытаюсь понять. То есть вот фотографию я смотрю, где из вашей квартиры, смотрим, и слева получается дверь открыта, там она не зеленая. Это что такое за дверь? Так, сейчас, секунду, из моей квартиры. Это третья фотография, сразу же после ваших фотографий с кровью на лице. Это моя квартира, это вот, ну, прихожая. То есть вот слева дверь, это выход в тамбур. А, это выход в тамбур, да? То есть вот это на фотографии, это все ваша квартира, правильно? Да, где обувь, это моя квартира. Так, все понял, сейчас тогда следующую посмотрю. Вот, а в тамбуре получается ламинат, не ламинат, а линолеум, да, такой лежит, как будто под ламинат? Ну да, такой это, желтого цвета с красным ковриком там еще, это уже тамбур. Угу. Так, а вот эта зеленая дверь, которая в тамбуре, она получается напротив, да? То есть ты входишь, получается, в этот тамбур с противоположной стороны. Да, напротив зеленой двери, выход в подъезд, напротив. Ага, так, значит, получается, заходишь в этот тамбур, налево ваша квартира, прямо вход в стоматологию, вот этот вот подсобная фигня, правильно? Да, подсобная. А справа вход уже именно где у них кабинеты, там, ну, где они людей принимают. Ага, все понятно. То есть вот как какие-то тут серые двери, это тоже у них какой-то вход, где там... все понятно. Не, серый это шкаф у них стоит, у них там шкаф стоит какой-то там с замками, что-то они там хранят в тамбуре. Так, хорошо. Тогда возникает у меня вопрос. Так... Что-то много крови именно возле зеленой двери, которая получается не со стороны входа в тамбур, правильно? Да, он вышел оттуда. То есть, получается, я вышел со своей квартиры на вот этот красный коврик и слева от своей двери встал. А он выходил, он уже стоял там, получается, где вот эти пятна крови. Вот, он меня полоснул ножом, получается, приставил... То есть я понял, то есть вы вышли из квартиры и встали между зеленой дверью и вашей квартирой, правильно? Да, все верно. Вот как раз где кровь, там вы, получается, в этом районе стояли. Да. Так, а у вас, получается, дверь открывается направо, да, поэтому вы так и встали, потому что иначе дверь же наружу открывается или внутрь? Да, все верно. У меня дверь открывается направо, и там вот эти вот, получается, у них шкафы стоят, вот эти белые, которые, да, вот. Ага. И направо даже, ну, не встать, дверь мешает, чтобы направо, поэтому я влево как бы отошел. То есть вы, получается, вышли из квартиры, чтобы с ним поговорить, и он вам нанес ножом травму, правильно получается так? Да, я посмотрел в глазок, смотрю, стоит мужик со стоматологией, как бы, ну, что-то барабанит, дверь молчит. Я открываю дверь, выхожу к нему, у него правая рука была за спиной. Он правой рукой за спину достает, у него там нож, ну, нож длиной, не знаю, ну, очень длинный нож, такой еще с кровостоком и кровотоком, то есть и с двух сторон заточенный, ну, какой-то такой, не знаю. Хорошо, следующего. Я понял. Сразу... Я понял, с ножом мы потом разберемся, там это все как бы отдельная история. Вот меня волнует вопрос, почему вот в справке написано, сейчас зачитаю, около суток назад неизвестный в подъезде нанес рану ножом по голове. Он, вы его не знаете, как зовут, это, да? Как его зовут, я не знаю, но ну, это я вам сейчас справку скинул последнее. То есть я вообще обратился сначала в травмпункт, меня потом в областную больницу кидали, потом в городскую больницу меня отправили. Я где-то с часу ночи до 6 утра по этим больницам катался. Это я вам отправил справку уже заключительную, с городской, получается, да? А когда вы катались по вот этим больницам, вам какие-то на руки документы выдавали? Из травмпункта и так далее? Да, они у меня есть, я вам могу сейчас отправить. Они все как будто меня не слушали. То есть в травмпункте они написали, что известный мне. В областной написали, что неизвестный. В городской еще, ну, то есть вообще херню писали полную. Просто по факту, получается, я эти документы не видел, я их увидел только уже в самом конце, когда мне их отдали. Угу.
То есть я даже исправление не смог сделать. Но я потом 11 числа сел на больничный, я пошел к себе в поликлинику, и там уже я заставил врачей написать все как, ну, по-правильному, все как есть. То есть, ну. Понятно. Ментам предоставляли копии этих справок? Они вообще запрашивали эти справки? На полиции я дал трубку, которую я вам скинул. Угу. Вот это они у меня попросили, да, я им дал только одну вот эту бумажку, которую я вам скинул в WhatsApp. Так, ну то есть они у них что-то потом, есть. Получается, 12 числа они меня отправили на метод свидетельствования, ну, побои снимать. Так, такой вопрос, значит, какого числа произошло само событие? В ночь с 9 на 10, пол второго ночи. С 9 на 10, все понятно. Так, с 9 на 10 ночью, да? То есть, получается, он к вам ночью зашел, да, постучался? А примерно по времени помните, во сколько? Как-то, может быть, зафиксировалось? Я все помню, да, я же в полицию звонил. В полицию я позвонил где-то в 1:40. То есть в 1:30 он постучал ко мне в дверь, примерно. Угу. Хорошо, вот ваше предположение, с какой целью он к вам постучал? Ну, я так понял, что он перебил, поймал какую-то белочку, но просто до этого, ну, месяцев 5-6 назад, они же у меня квартиру хотят, как бы, ну, выкупить для своих нужд стоматологических. Вот, и я им предложил 5 миллионов. Ну, как бы, на тот момент квартира моя стоила 3,7-3,8 миллиона. Mm-hmm. Я им говорю, давайте мне 5 миллионов, как бы, я готов, как бы, отсюда уехать. Мужик сразу мне такой, типа, все, пошел вон отсюда. Там жена еще была его, жена более-менее адекватная, такая, говорит, ну, давайте, говорит, вы там подумаете, может, что-то скинете нам, как бы. И когда вот на очную ставку меня позвали, он вспомнил вот это почему-то. То есть он при ментах там сказал, типа, он такие бабки за свою квартиру что-то требует, типа, что-то, ну, то есть он заикнулся об этом. Угу. Вот я думаю, вот это, его вот это обидело. То есть у него была какая-то обида, то, что он не может с вами договориться, то, что вы слишком большую цену, скажем так, требуете, а ему очень хочется квартиру вашу выкупить, но и жаба душить не может заплатить, да, скажем так, немножко больше скорее, рынка. Скорее всего так, потому что здесь до меня, как бы, ну, я с девушкой жил, да, я сюда селил маму ее, как бы, с мужем, вот, они... У них даже спрашивали, типа, снимают они эту квартиру, не снимают, как с хозяином встретиться, ну, чтобы выкупить эту квартиру. То есть, ну, искали со мной встречи. Ага, я понял. То есть там здесь нету никакой подоплеки, там какой-то личной неприязни человеческой, имею в виду, там, ревность к своей супруге, там что-нибудь вот в этой области нет ничего. Нет, ничего такого нету. Ага. Единственный вот момент, то, что. Квартиры можно. То есть, кроме как вокруг квартиры, вроде как и конфликтовать, в принципе, нету причины, правильно? Причин вообще никаких нету. Ну, я их даже не вижу, я с ними особо даже не встречаюсь. Я вот видел его один раз, когда предлагал, ну, квартиру свою продать. А до этого, может быть, кто-то на кого-то в заявление в полицию писал? Были такие случаи, нет? Ну, лет, не знаю, 6-7 назад, один раз, да, я написал на них в полицию заявление, они, вот получается, вот этот зеленый тамбур, да, они там по выходным обычно бухают, ну, со своими, как бы, это, коллегами, я не знаю, вот, и они как-то очень сильно шумели, ну, я вызвал полицию, они, правда, тогда не открыли, но это было очень давно, лет 6-7 назад было, больше никаких заявлений, ничего вообще не было. Ну, то есть, в принципе, вроде как и оснований для конфликта-то особо и нету. Просто, понимаете, возникает вопрос, просто так взять, иметь в себе нож за спиной спрятанный, постучаться, чтобы вот так вот взять, черкануть человеку по лицу. Ну, блин, это что-то как какое-то должно не то, что белочка быть, это крыша должна у человека поехать. Так, я сам в шоке, это во-первых. Во-вторых, я же когда полицию вызвал, приехала полиция, ну, стучат ему в дверь. Он открывает дверь, ну, его как бы полиция заломала, и нож у него был за пазухой, ну, вот, как за ремнем. Он нож с полиции открывал с ножом за ремнем, как бы. Это во-первых. Во-вторых, когда нас на очную ставку позвали, он сказал такую версию, что у меня играла громко украинская музыка, он подошел, как бы, ну, постучал в дверь сделать замечание, ему открыло три человека и начали его в тамбуре бить. Вот.
Его следователь спрашивает, ну, покажите побои, куда вас били. Он ничего показать не может, потому что такого не было. Вот. И он говорит, что я, говорит, кого-то ударил рукой и закрылся у себя в квартире. А когда я уже 11 числа, по-моему, был у следователя, мне там сказали, что в полиции он уже поменял свои показания. Он уже сказал, что у меня просто играла громко музыка. Он мне постучался ко мне. Я ударил его в живот и закрылся у себя в квартире. Ему это не понравилось. Он опять мне постучал. Я открываю дверь. Он бьет меня ладошкой по лицу. И мы расходимся. Вот такая его окончательная версия была. Так, а нож где в его версии, как, когда появился? А нож в его версии появился, что он якобы боялся за свою жизнь, когда полиция уже к нему стучала, он взял нож, ну, типа, чтобы защититься, потому что он боялся за свою жизнь. Не, а как он нанес вам травму? Или он отрицает полностью, что у вас ножом это нанес травму? Ну, видимо, отрицает, потому что он сказал, что ладошкой. Ну, я просто рану показываю, я следователю показываю рану, я говорю, вы понимаете, ну, как здесь ладошкой можно так нанести? Я понял, даже нож кольцо... изъяли или нет у него? Нож изъяли, да, нож в полиции. Так, изъяли. Прекрасно. Следующий вопрос. Блин, сейчас я вспомню, хотел задать вопрос. Был ли он трезв, либо пьян, и было это как-то зафиксировано? Он был пьяный, и не знаю, насчет зафиксировано, не знаю, но он был пьяный 100%, и когда вот очная ставка была, он следователю говорит, типа, можно пиво попить? Ну, ему говорят, нельзя. То есть, вот так вот. Хорошо, менты, когда приехали, у них были дозоры на груди? ППС, ну, первый отряд, который приехал, ну, на груди этот значок, имеете в виду? Ну, дозор, регистратор, видеорегистратор. У них записывалось что-то? Я понял, да, вроде было. По-моему, было. Угу. Да. Так, это тоже хорошо, если как бы это все зафиксировано. Так, мне все-таки вот по поводу того, что он в трезвом, нетрезвом состоянии был, это, конечно, очень важно, чтобы это было зафиксировано. Так, а вы, получается, только фоткали и все. И вот у вас там кусочек видеозаписи есть. Ну да, это я открыл дверь, как ну, показать, где кровь, где его квартира. Ну, звука нету, у меня телефон, иногда звук записывает, но я не записываю. Я там комментировал, как бы не записалось. Так, ну вроде сейчас все более-менее понятно. Так, более-менее все понятно. А когда он, вы помните вообще тему разговора, что он говорил, может, угрожал как-то? Что вообще, как диалог строился? Ну вот постучал, вот вы открываете, понятно, ну, сонный, да, все дела. Я вас понял, смотрите, я открываю дверь, выхожу, что случилось? Он сразу же вообще, ни слова не говоря, по лицу мне, короче, полощет. Я этот удар не почувствовал. И сразу же приставляет мне к животу нож и говорит, я тебя, сука, говорит, зарежу сейчас. Я говорю, ты о чем вообще? Он говорит, я тебя, ну, опять замахивается ножом к животу, а говорит, я тебя, говорит, сука, все. У него больше никаких слов не было. Просто я тебя, сука, зарежу. Хорошо, здесь у меня такой вот вопрос, немножечко мне непонятно. Значит, он стучится, вы находитесь в квартире, и вы говорите, он сразу это делает. Тогда почему вы вышли из квартиры и встали между зеленой дверью и вашей дверью? Какая цель была? Они закрылись. Ну, не, он стучится. Я смотрю в глазок. Ну, я понимаю, кто это. Угу. Ну, хрен его знает, что там случилось, не случилось. Как мужик-то уже в годах. То есть, ну, не знаю. И я открыл дверь и вышел. Все. А, то есть вы сначала вышли, а потом он внезапно, сразу же без разговоров, да, нанес, да, удар. Да, да. Конечно, я вышел, он руку-то за спиной, он ножик за спиной держал руку. Я же не видел, что у него там за спиной. Я вышел, и вот он мне в тамбуре уже как бы наносит удар. Правильно я понимаю, что в принципе он вам угрожал физической расправой? Все верно, он даже на очной ставке при полиции, при следователях, говорит, тебя, говорит, завтра не найдут. Понятно. Ну, короче, ясно. Тут у него, по-моему, статья 119, я сейчас расскажу, это что, значит, у нас... Так... Это как минимум 119, тут еще, может быть, еще другие статьи ему подтянутся. И просто, почему вот мой друг к вам обратился, смотрите, я когда был у следователя, ну, когда меня на медэкспертизу там, он меня когда провожал, говорит, типа, у вас, говорит, повреждения легкие, но, говорит, за нож он статью получит.
То есть ему что, просто хранение холодного оружия хотят, типа, ну, предъявить, я не понимаю, ну... Нет, тут есть много статей, тут он себе намотал по полной программе. А минимум 119-е – это угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. А не обязательно даже что-то говорить, даже демонстрация вот этого холодного оружия, ну, по сути, там не то, что демонстрация, а конкретное применение было. Как минимум угроза вы реально оценивали, что была угроза. По поводу вреда здоровью я еще отдельно посмотрю, какая там будет, 115-я, либо другая статья. Вот, и вообще здесь попахивает даже хулиганством. Потому что, это другой уже вопрос, как бы статьи уголовные здесь 100% есть. Угу. Ну и как тут, я не знаю, местные бабушки говорят, он вроде как судимый был, я правда не знаю, правда это неправда, за что ни за что. Так, ну ладно, понятно. Смотрите, сразу же вас на всякий случай предупреждаю. Никаких разговоров с ним не ведите. Если он будет вам предлагать какие-то деньги и тому подобное за то, что якобы вы не будете писать заявление, либо заберете заявление и тому подобное. А чтобы вас не раскрутили на вымогательство. Не, я с ним вообще, я хочу, чтобы он как бы за свои действия ответил. Ну, я просто на всякий случай вам говорю, чтобы вдруг, мало ли, он будет записывать разговор или каким-то образом вас обвинит, что вы вымогаете у него деньги за то, чтобы вы не будете там на него подавать заявление, либо заберете заявление и тому подобное. То есть это примирение возможно только после того, как возбуждено будет уголовное дело. То есть уголовное дело прекращается за примирением сторон. Если вы на это согласны, соответственно, он выплачивает какую-то компенсацию. Но это должно быть официально сделано. Если это не делать официально, то могут расценить как вымогательство, понимаете? Это серьезная статья, поэтому будьте с этим осторожны, ни в коем случае вообще с ним никаких бесед не ведите, тем более на тему, связанную с деньгами и тому подобное. Я вас понял, все через вас, то есть если что-то... либо через меня, лучше на данный момент с ним не общаться, пока не разрешится вопрос как минимум с возбуждением уголовного дела. Угу, хорошо, я вас понял. Так, ну все тогда, на сегодня тогда все, завтра тогда встретимся. Да, хорошо. Всего хорошего, до свидания. До свидания.